Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал «Футбол – это жизнь», и мы продолжаем делать прогнозы на матчи чемпионата мира 2022 года в Катаре, матч сборной Уэльса против сборной Англии. Обязательно пишите в комментариях ваш прогноз на эту игру, интересно будет потом сверить с реальным результатом. Итак, разбираем группу «Б» перед матчем сборной Уэльса против сборной Англии. Сборная Уэльса занимает четвертую строчку в группе. У них одно набранное очко. Они сыграли в ничью один раз и проиграли за два тура. Ну а сборная Англии набрала одно очко в матче со сборной США, сыграв с ними в ничью, и обыграли сборную Ирана. В итоге Англия сейчас занимает первое место в группе, у них 4 очка, и англичанам, если я все правильно понимаю, даже ничейного результата со сборной Уэльсом хватит, чтобы вот выйти в плей-офф. Ну а сборной Уэльса надо обязательно побеждать сборную Англии, да еще и с большим счетом, и надеяться на то, что сборная Ирана сыграет в ничью со сборной США. И тогда у Англии, у Ирана и Уэльса будут по 4 очка. Там уже будут смотреть по разнице мячей. Поэтому задача перед Уэльсом стоит практически невозможная. Но по нашему матчу Уэльс вышел вперед первыми. Сборная Англии сравняла счет. И мы видим, что англичане продолжают натиск на ворота голкипера сборной Уэльса. И вот так вот Рахим Стерлинг забивает и выводит сборную Англии вперед. Хороший удар, хороший гол. Отличную атаку показали игроки Англии. Вот Уэльс бежит в атаку. Пас на Бейла, и Гаррет Бейл забивает, сравнивает счет. И шансы на самом-то деле есть, потому что забили в концовке первого тайма. Можно сейчас просто дотерпеть уже первый тайм и во втором тайме выйти и перевернуть игру. Потому что очень много у нас даже в этом чемпионате мира было таких примеров. Но дотерпеть не получилось. Мейсон Маунт забивает шикарным ударом. Щечкой отлично пробил и забивает гол в самую девятку на последней минуте первого тайма. В итоге сборная Англии очередной раз выходит в этом матче вперед. Счет у нас после первого тайма 3-2. Кейн, Стерлинг, Маунт за сборную Англии забили, и Рэмзи и Гаррет Бейл за сборную Уэльса. В принципе, интересно было посмотреть на этот матч, потому что это великобританское противостояние, территориальное, можно сказать, даже дерби. Команды эти играли, еще я помню, на Евро 2016, но на самом деле сейчас не вспомню, как они сыграли, но вот были соперниками сборной России. Но а на этом все. Сборная Англии одерживает победу со счетом 3-2. Друзья, всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши видеоролики и стримы. С вами был Андрей, канал «Футбол – это жизнь». До новых встреч, друзья. Всем до свидания.